Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта appsvideoreview.ru. Представляем вам пошаговую стратегию Hexagon. Это игра логическая, значит, пошаговая стратегия. Сейчас я покажу, как в нее играть, какие у нее правила. Значит, вы в игре можете выбрать три варианта игры. Игра для рейтинга, игра пазл и зен игра. Рейтинговая игра – это игра против компьютера. Здесь вы можете выбрать сложность игры, выбрать ваш тип фишек, поле и начать играть. Смысл игры в том, чтобы вы могли ходить своими фишками и захватить как можно больше полей. Захватывать поля можно до того момента, пока есть свободные клеточки. Значит, ваша фишка может ходить на два хода, тогда она перемещается. Или ваша фишка может походить на одно поле, тогда добавляется дополнительная фишка к вам. Если вы подходите близко к фишке противника, то она становится вашей. И, соответственно, наоборот, если противник поставил фишку рядом с вашей, то эта фишка становится фишкой противника. Игра достаточно интересная. Компьютер делает умные ходы. И, в общем, играть можно достаточно долго. К тому же здесь есть разные варианты. Если вас не устраивает игра на рейтинг, вы можете проходить все уровни один за другим. Вам необходимо выиграть предыдущий уровень для того, чтобы получить доступ к следующему. И игра Zen, может быть, для вас будет самое интересное. Вы можете выбрать уровень сложности. Можете выбрать вашу фишку, которую вы будете играть, и здесь есть масса полей для игры. Например, вот такое смешное поле под названием пицца. Здесь игра идет против двух соперников. Так, где же моя фишка? Вот это. Соответственно, в зависимости от конфигурации поля, стиль игры может меняться. Я думаю, вы получите массу удовольствия от этой игры. Значит, к сожалению, во время игры играет постоянно такая навязчивая музыка. Отключить ее можно только в меню. Так, к тому же поддерживается счет глобально сохраняется при помощи программы Score Loop, системы Score Loop. Так что вы можете видеть, сколько очков вам еще надо набрать для того, чтобы быть на первом месте. Ну вот вкратце и все. Игра бесплатная, везде висит баннер. Платной версии без баннера нету. На этом все. Приятной игры. Удачи вам, до свидания.